Итак, поговорим о том, как говорить с подростком, как говорить с подростком о вере. Räägime täna sellest, kuidas rääkida teismelisega usust. Для этого сейчас вы все должны немножечко превратиться в подростков. Seepärast te peaksite kõik ise hetkeks muutuma ka teismelisteks. Потому что я не буду какие-то специальные говорить слова, но просто мы вместе с вами будем беседовать, будем находиться в диалоге. Et ma ei hakka otsima mingid erilisi sõnu, aga me lihtsalt teiega peame siin sellist dialoogi. Для того, чтобы говорить с подростком о вере, надо научить его задавать вопросы о вере. Selleks, et rääkida teismelisega usust, peab õpetama talle esitama küsimusi usust. Для этого, во-первых, надо выбрать тему, которая подростку необходима, интересна и которая его волнует. Selleks tuleb esmalt leida see teema, mis on teismelisele huvitav ja mis teda erutab. А потом необходимо его, конечно, как-то удивить. Ja teiseks peab teda loomulikult ka millegiga üllatama. Как ни странно, может показаться, но я с подростками в нашей православной школе говорю о вере на материале книги преподобного Авы Дорофея. Nii kummaline kui see ka pole, aga mina räägin meie koolis teismelistega usust väga Aba Doroteose raamatu järgi. Казалось бы, эта книга такая аскетическая, написанная в 7 веке сирийским монахом и посвящена проблемам, конечно, такой высокой духовной жизни. Et see on pealtnäha selline askeetlik raamat, mis on kirjutatud 7. Sajandi Süüria munga poolt. Но тем не менее, если мы откроем эту книгу, мы увидим, что главы этой книги звучат примерно так: о совести. Kui me avame selle raamatu, siis me näeme, et need peatükid. О том, что не надо лгать. Peatükide pealkirjad on sellised näiteks, et südametunnistusest, sellest, et ei ole vaja valetada. Как не осуждать? Kuidas mitte hukka mõista? О страхе Божьем. Jumala kartusest. И так далее. То есть касаются, в общем, тех вещей, которые касаются, в принципе, каждого человека и, прежде всего, человека, который взрослеет. Et need on need küsimused, mis puudutavad iga inimest ja eelkõige just seda, sellist inimest, kes on nagu kasvu eas. Ну вот, начнем разговор о совести. Alustame siis südametunnistusest. Ава Дорофей говорит, что совесть – это естественный закон в человеке. Aba Doroteos räägib, et südametunnistus – see on inimese sees olev loomulik seadus. И что этот, что совесть подобна свету и теплу. Et südametunnistus on nagu valgus ja soojus. И помогает отличать человеку доброе от злого. Ja ta aitab inimest vahet teha hea ja kurja vahel. Все очень просто. Простые слова, всем понятные слова. И главное, что вот эти образы, которые Ава Дорофей дает, они каждому известны из своего опыта. Когда человек поступает по совести, для него что-то проясняется, и у него сердце отвечает теплом на его правильный выбор. Ja need kujundid on nagu kõigile arusaadavad oma elupraktikast, et kui inimene käitub nagu südametunnistuse järgi, siis ta saab aru, et kuna ta läheb nagu süda soojaks ja selle järgi ta sai aru, et ta tegi õige valiku. И, собственно, к этому опыту всегда можно обратиться, можно всегда каждому напомнить его собственный опыт совести. Каждый ребенок, каждый подросток, а каждый взрослый помнит этот опыт, когда он поступает по совести, и тяжелый опыт, когда он совесть свою попирает. Et seda saabki sellele teismelisele nagu meelde tuletada, sest ta oma kogemustest teab, mida see tähendab, kui ta käitus südametunnistuse järgi ja vastupidi, kui ta ei teinud seda, et mis ta tundis sellel hetkel. Ава Дорофей говорит, что совесть в человеке заглушается, когда человек часто себе говорит, ну что за малость, если я скажу такое-то слово, ну что за малость, если я послушаю такую-то вещь, ну что за малость, если я сделаю и поступлю так, ну что за малость в этом, ну что за малость в этом, подумаешь, какая ерунда, это же маленькая. И вот от этого, говорит Ава Дорофей, совесть глушится.
Aba Doroteus ütleb, et inimene ise summutab oma südametunnistuse sellega, et ütleb aegajalt, et see tühi asi või see pisi asi, et no ütlesin ühe väikse sõna või midagi väga väikest tegin ja sellega siis ta ise nagu kogu aeg surub oma südametunnistust alla. И это является в человеке очень опасным, потому что человек приобретает злой навык, злую, дурную привычку поступать так. Ja see on inimesele väga ohtlik, sest inimene omandab halva harjumuse. И теперь вопрос к вам, подростки. Вы хотите иметь настоящую большую любовь в своей жизни? Поднимите руку, кто хочет иметь настоящую большую любовь в своей жизни? Не надо было привести, все поняли. Хорошо. Скажите, а кому хочется иметь такую дружбу, чтоб на всю жизнь? Поднимите руку. Кестап, все просто терекселюкс. Замечательно. А кто хочет вот так вот получить хорошую работу с карьерным ростом, с успехом, с тем, чтобы эта работа наполняла его творчеством, и он был бы в этой работе ну, по-настоящему вот на своем месте. Кто хочет иметь ломинкулистую карьеру возможность? Ничего не получится у вас. Ничего не получится. Теле тула мидаги вэлля сэлэс. А потому что вы, каждый, когда вы приходите в школу, вы приходите с опозданием на 5 минут. Sest te tulete, kui te kooli tulete, siis te hilinete 5 minutit, 10 minutit. И говорит, ну подумаешь, ерунда какая. Ja ütlete, et mõtleks, mis suur asi see siis ikka on. И вот представьте себе, что вы получили очень хорошую работу. Ja kujutage nüüd endale ette, et te saite väga hea töö. Один раз пришли на 5 минут с опозданием. И вскоре тулите 5 минут хильям. Другой раз не вовремя отдали отчет своему начальнику. Teine kord andsite oma ülemusele aruande pisut hiljem üle. В третий раз еще что-то не доделали, ну немножко, как всегда, как по привычке. Kolmandat korda veel midagi väikest sellist harjumuspärast. И вы потеряли работу. Ja te kaotate selle töö. Представьте себе, что вы подружились с очень хорошим человеком. Kujutage ette, te saite tuttavaks väga hea inimesega. И пообещали ему, что придете в какой-то момент ему помочь. Ja lubasite talle, et te tulete mingil hetkel talle appi. Но забыли про это. Aga unustasite ära. Ну как это бывает? А потом сказали, ну подумаешь, ну я забыл, ничего страшного, в следующий раз приду. А потом еще раз забыл. Ja siis lohutate, et teine kord tulen ja pole midagi, aga järgmine kord unustasite jälle. И вы потеряли дружбу. Ja te kaotasite selle sõbra. Представьте себе, что вы полюбили по-настоящему и всерьез. Kujutage ette, et te hakkasite armastama tõsiselt ja sügavalt. И вы даже создали семью. Ja te isegi lõite perekonna. И вот вдруг вы идете домой к своей жене. Ja kord te lähete oma naise juurde koju. Она приготовила вам ужин. Ta on teile valmistanud õhtusööki. Ну вы встретили своего школьного приятеля. Aga te olite kohanud oma kooliaegset sõpra. И пошли в бар смотреть футбол. Ja läksite baari jalgpalli vaatama. И так случилось несколько раз. Ja nii juhtus mõnigi kord. Вот. А в какой-то момент, когда жена стала недовольна, она на вас накричала, вы хлопнули дверью и ушли. Aga siis naise kannatus katkes ja ta natukene karjus teie peale, te lõite ukse pauguga kinni ja läksite ära. И ваша семья дала трещину. Ja teie perekonda tekis lõhe. Потому что привычка, которая приобретается с юности, она потом действует в человеке в течение долгого времени. Sest see harjumus, mille inimene nooruses omandab, see toimib temas väga pika aja jooksul. Потому что когда человек с детства привык говорить, ну подумаешь, какая ерунда, ну я не сделал домашнего задания, я в школе спешу. Ja kui inimene ütleb, et mõtleks, mis tühi asi, et ei teinud näiteks kodust ülesannet, et no koolis kirjutan kellegi pealt maha. Ну какая ерунда, я сегодня не помолился. Mis asi täna jäi palvetamata. Ну какая ерунда, подумаешь, я сказал это грубое и неприличное слово, из меня вырвалось. Ну это же один раз. No üks kord ütlesin mingisuguse vandesõna, et see on ju üks kord ainult. И так незаметно в человеке рождается привычка не замечать маленькие грехи, маленькие ошибки или маленькое зло.
Ja niimoodi märkamatult tekib inimesel harjumus mitte märgata sellist väikest üleastumist või pahategu. И со временем это становится второй натурой человека. Ja ajapikku saab see inimesele loomu omaseks. Потому что каждый человек получает от Бога огромные дары. Sest iga inimene on saanud Jumalalt väga suured anded. Каждому дается настоящая дружба. Iga ühele on antud tõeline sõprus. Каждому Господь открывает настоящую любовь. Igale inimesele on Jumal avanud tõelise armastuse. Каждому готовит свое призвание в полноте. Iga ühele on ta valmistanud oma kutsumuse täies ulatuses. Но человек это не может сберечь, не может принять, не может удержать по одной причине. Aga inimene ei suuda seda sellest kinni hoida ühel põhjusel. У него нет этого навыка быть верным Богу в маленьких делах. Tal ei ole seda harjumust olla Jumalale truu väikestes asjades. А из этого и складывается настоящая жизнь человека. Быть верным в малом, об этом говорит Евангелие. Aga sellest koosnebki inimese elu olla truu väikestes asjades. Потому что верный в малом будет верен во многом. Sest see, kes on truu väikeses, see on truuga väga suures. И тому можно многое доверить. Ja temale võib ka palju usaldada. Следующий аспект совести, к которому мы подходим, когда говорим с детьми о совести. Вот что такое совесть, как совесть может, если ты ее не хранишь, как совесть, как это может тебя подвести в будущем. Et järgmine aspekt, millest me räägime, kui me räägime südametunnistusest, et mis võib saada ohtlikuks, mis võib nagu alt vedada, kui seda järgida. Мы переходим к вопросу о свободе. Me tuleme siis nüüd küsimuse juurde vabadusest. Ну, понятно, что свобода один из таких главных аспектов жизни взрослеющего человека. Подростку необходима свобода. Подросток все время за эту свободу борется. Подросток все время протестует против всякого давления, ограничений своей собственной свободы. Vabadus on eriti oluline aspekt teismelise elus, sest ta seda vabadust kogu aeg taotleb ja ta protesteerib selle vastu, kui keegi seda vabadust piirab. Ну, превращаемся в подростков снова. Но мутуме нюд ялле натукене теизмелистекс. Скажите, пожалуйста, что ограничивает вашу свободу? Ёлке, палун, мис пиирап тее вабадуст? Вы подростки. Что? Что или кто, пожалуйста? Родители, да. Закон. Закон. Школа. Еще? Начало, что человек сам. Что еще? Правила. Еще? Реакция окружающих. Реакция окружающих. Это как под нам общественное получше мнение, сформулировать. Да. А? Общественное что? Мнение. Общественное да. мнение, да, хорошо. Еще? Обязанности. Обязанности. Коустуса. Коустуса. Совесть. Совесть. Что еще? Собственные комплексы. А, я думаю, подросток... Я стесняюсь того, я стесняюсь этого, и через это я не смогу. Стеснение, да? А, я прочитаю для тех. Näiteks, vanemad, seadus, kool, reeglid, ühiskondlik arvamus, kohustused, südametunnistus ja häbi. Ja siis neil on see sama, et noh, nüüd... Alaversus kompleks. No ütleme, alaversus kompleks. Хорошо. Еще? Отсутствие возможностей. Ну, например, материальных, да? Отсутствие денег. Võimaluste puudumine. Näiteks raha puudumine. Вы очень хорошие подростки, я хочу сказать. Стопроцентные попадания. Может быть, еще? Страх. Ну, можно продолжать, а можем даже на этом остановиться.
Итак, дорогие, а теперь нарисуйте портрет свободного человека. Aga nüüd joonistage vaba inimese portree. Вы понимаете, да? Вот это все по-настоящему, то, что вы сказали, вот один в один, ровно так говорят подростки. Свободу ограничивают родители, свободу ограничивает закон, свободу ограничивает школа, свободу ограничивает общественное мнение, обязанности, отсутствие денег, страх и в конечном итоге стыд и совесть. Но некоторые идут дальше, они говорят, вера. Ja viimane, mida siis teismelised selles reas ka mainivad, on see, et nende vabadus piirab usk. Они говорят, вера или Бог? Jumal ja usk. Вот кончается этим. И вот действительно, тогда, если мы вместе с вами, дорогие подростки, рисуем портрет свободного человека, что это за человек? Et kui me teiega nüüd joonistame seda vaba inimese портрет, siis mis inimene? Которому закон не беззаконие. Inimene, kellel üldse seadust ei ole. Который не уважает мнение родителей, который попирает, которому не нужно образование, kellel pole tarvis haridust, который нарушает правила. Kes rikub reegleid, который плюет на общественное мнение, kes ülitab ühiskondlikule arvamusele, который не собирается выполнять никаких своих обязанностей, kes ei kavatse mingeid kohustusi täita, который ничего не стесняет, kes ei häbene mitte midagi, который считает, что деньги можно добывать любым путем, потому что отсутствие денег ограничивает его свободу. Kes arvab, et raha võib mis tahes teel saada, et see... У которого нет никакого страха ни перед чем, который может позволять себе все, что он хочет. Kellel ei ole mitte millegi hirmu, kes võib lubada endal seda, mida ta tahab. И у него нет ни стыда, ни совести. Ja tal ei ole ei häbi ega südametunnistust. Вы хотите с таким дружить? Kas te tahate sellise inimesega sõbrustada? Вы хотите быть таким? Tahate olla selline? И вот здесь, конечно, происходит некоторое такое вот удивление. Ja siin on see üllatusmoment siis teismeliste jaoks. Потому что казалось, что вот она, свобода-то, вот только-только ее коснись, и если вдруг к этой свободе прийти... Et neile tundub, et вот see ongi see vabadus, et ainult siruta käsi välja, ja kui nüüd tulla selle vabaduse juurde... Тогда вообще от тебя ничего не останется. Это страшная вещь, такая свобода. Siis ei jää inimesest midagi järgi, et see on hirmus asi, niisugune vabadus. Один прекрасный поэт, к сожалению, уже ушедший, такой поэт-авангардист 20 века, Дмитрий Александрович Пригов. Üks suurepärane 20. Sajandi poeet-avangardist Дмитрий Пригов. Однажды написал такие стихи. Я тоже их цитирую нашим детям. Нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода и входа, без матери отца. Посередине Руси на весь короткий век, и я ее боюсь, как честный человек. Не буду врать. Понятно. Так вот, и когда мы доходим о том, что Бог ограничивает свободу, здесь у нас начинается возможность говорить о том, что же такое свобода. Ja kui me jõuame nüüd selle aspektini, et Jumal piirab vabadust, siis me saame tõeliselt rääkida sellest, mis on siis nagu vabadus. Потому что на самом деле Бог источник свободы. Sest tegelikult on Jumal vabaduse allikas. Бог совершенно свободное, абсолютно свободное существо. Jumal on absoluutselt vaba olend. Свобода – это одно из свойств Божьих. Vabadus on Jumala üks omadustest. А мы с детьми все-таки до этого говорим о некоторых таких вещах важных антропологических. Et me räägime enne seda lastega veel sellest tähtsatest antropoloogilistest asjadest. Ну, например, образи и подобие Божие в человеке. Näiteks Jumala kujuste sarnasusest inimeses. Вот, и это очень важно для нас понять вот это наиважнейшее для нас, что такое образ Божий в человеке. Ja see on meie jaoks ülioluline mõista, mis on Jumala kuju inimeses. Вы где-нибудь здесь видите образ Божий? Kas te näete siin kusagil Jumala kuju? Покажите. Мы есть. Совершенно верно. Вот он, образ Божий. Мы называем икону образом Божиим. Икони me nimetamegi Jumala kujuks. И детям становится совершенно невероятно, что они вдруг понимают, что это вот каждый человек, оказывается, может быть вот таким, как икона, что, собственно говоря, человек призван вот к такому образу в себе. Ja teismelistel on väga imeks pandav, et iga inimene võib ollagi selline nagu ikoon ja iga inimene on nagu kutsutud olema.
И здесь встает вопрос о том, что же мешает человеку быть образом Божиим. Ja siin tekibki küsimus, et mis siis segab, takistab inimest olemast siis Jumala kuju. И здесь, конечно, речь идет о грехе, о грехопадении. Ja siin muidugi on jutt patust ja patulangemisest. Потому что именно грех искажает человеческую природу. Sest just pat moonutab inimese loomust. Грех искажает образ Божий в человеке. Pat moonutab Jumala kuju inimese sees. Грех лишает человека подобия Божия. Pat jätab inimese ilma Jumalaga sarnasusest. Потому что образ Божий в человеке неистребим. Sest Jumala kuju inimeses on hävitamatu. И нет такого человека, даже в самом тяжелом его греховном состоянии, в котором бы он потерял окончательно образ Божий. Ja ei ole olemas niisugust inimest, isegi tema kõige rängemas patuseisundis, milles ta oleks kaotanud Jumala kuju endas. А вот что такое подобие? Aga mis on sarnasus? Мы говорим о наших святых преподобный Сергий. Me räägime oma pühakutest, et no eesti keeles on see tõlkimatud, see on nagu sarnane inimene, eesti keeles vaga Сергий. Серафим, например, да? Või vaga Серафим. Это значит подобный, это значит похожий. See tähendabki, et on sarnane Jumalale. Это значит, что Сергий очень похож на Бога. Et Сергий näiteks on väga sarnane Jumalale. Серафим очень похож на Бога. Это задание, в котором человек должен вырасти, чтобы быть похожим на свой первообраз. See on ülesanne, mille juurde või peab inimene kasvama, et olla oma kuju sarnane. И вот человек искаженный образ Божий. То есть это значит, что в человеке Бог себя отобразил, запечатлел, как печать такую поставил. С самим собой запечатлел себя в человеке. See tähendab seda, et igas inimeses on olemas Jumala peegeldus, ehk see pitser, mille Jumal on vajutanud inimese peale. И это значит, что в человеке отобразились все божественные качества. See tähendab, et inimeses peegelduvad kõik jumalikud omadused. Которые в Боге абсолютны. Mis Jumalas on absoluutsed. А в человеке даны как потенции, как семена, как возможности. Aga inimeses on antud kui потенциаалis, kui võimalused, kui teatud seemnekesed. И, соответственно, человек может этими семенами пользоваться только в свободе. Ja inimene võib neid seemneid kasutada ainult vabad olles. Потому что свобода – это тот двигатель, то, что дает человеку возможность расти, жить, осуществлять себя по-настоящему. Sest vabadus ongi see liikuma panev jõud, mis laseb inimesel ennast tõeliselt teostada. Либо в Боге, либо без Него. Kas Jumalas või ilma temata. Так вот, что же сделал грех с человеком? Niisiis, mida tegi patt inimesega? Об этом мы можем говорить чуть попозже, более конкретно, когда будем говорить о том, что такое осуждение или что такое ложь, потому что вот это проявление греховности в человеке. Но тем не менее, не привести всем знакомого примера со сказкой «Снежная королева» мы не можем. Et sellest me räägime pisut hiljem, aga siiski tahaks tuua selle võrdluse lumekuningannaga. Когда Ганс Христиан Андерсен рисует вот эту историю с троллем, который изобрел кривое зеркало, чтобы направить его на Бога, чтобы посмеяться над ним, это же совершенно такая вот удивительное вот осмысление библейского мифа о отпадении ангела от Бога, о явлении зла в мире. Et Andersen'i muinasjutus on väga huvitav kujund sellest kurjast võlurist, kes tegi selle peegli ja et see on selline nagu piiblis on inglite ära langemine Jumalast, et need on selline paralleel tekib seal. Так вот, зеркало разбивается, его злые осколочки попадают в людей, кому-то в глаз, кому-то в сердце, и тем самым люди начинают иначе видеть мир. Peegel läheb katki ja need killukesed satuvad inimestele, kellele silma, kellele südamesse ja need inimesed hakkavad maailma nägema hoopis teisiti. Они начинают иначе видеть самого себя. Nad hakkavad ise ennast teistmoodi nägema. Они начинают иначе видеть друг друга. Nad hakkavad teisi inimesi teistmoodi нägema. То, что произошло с Каем. See, mis Kaiga toimus. Это же каждый из нас. See on iga üks meist. Это произошло с каждым из нас. See toimus iga ühega meist. И здесь
Каждый может почувствовать вот эти слова апостола Павла, их обязательно надо привести. «О, бедный я человек!» Et siin igaüks võib meenutada neid apostel Pauluse sõnu, oh, ma vaene inimene. Кто меня избавит от этого тела смерти? Kes vabastab mind sellest surma ihust? Ведь хочу я хорошего. Sest ma tahan ju head. А поступаю плохо. Aga käitun halvasti. И это может заметить за собой каждый подросток. Ja seda võib iga teismeline endas näha. Из-за этого дети ужасно нервничают, потому ja что seda... очень часто они попадают в глупое положение, потому что действительно хотят поступить правильно, но поступают неправильно. Ja sellepärast teismelised muutuvad närviliseks sellest, et nad tegelikult tahavad käituda ja toimida hästi, aga nad, kui nad teevad halvasti, tuleb välja halvasti, siis nad kannatavad selle all. Они из-за этого впадают в отчаяние. Они из-за этого расстраиваются и в конечном итоге говорят, ну раз так, значит, я лучше буду плохим. Nad kurvastavad, satuvad meeleheitesse ja lõpuks löövad käega, ütlevad, et olgu peale, et kui juba nii, siis ma olen parem halb. У меня все равно ничего не получается. Mul ei tule nikun midagi välja. Звучит у подростков. See on väga tihti võib kuulda teismeliste juures. Так вот, возвращаемся к свободе. Я просто еще раз говорю, что это необходимо предварить вот это вот известие подростку, что он, что все люди примерно одинаковые, что то, что с ним происходит, не является его личной проблемой, а является нашей общей человеческой проблемой. Он должен знать. Et seda, kui alustada juttu teismelisega, peab väga rõhutama, et see ei ole tema isiklik probleem, et see toimub kõikide inimestega ja ta on täpselt samasugune nagu kõik teised inimesed. Так вот, что же такое свобода тогда? Mis siis on ikkagi vabadus? Как эту свободу понять, как ее определить, как тогда найти ту свободу, которая необходима человеку? Kuidas siis seda mõista, kuidas seda määratleda, kuidas leida seda vabadust, mis on inimesele vajalik? Ну, здесь сейчас немножко сложно будет, потому что я буду просить вас привести русские синонимы, русские, так сказать, аналоги русского слова «свобода». Скажите, пожалуйста, приведите мне синоним слова «свобода». Вольность. Вольность еще? Вседозволенность. Вседозволенность еще? Раскрепощенность. Раскрепощенность еще? Независимость. Независимость. Прекрасно. Еще? Да, как ну, так, у слова «свобода» не так много синонимов. Yeah, yeah. Но лучший из них, мне кажется, все-таки именно вольность или воля. Et parim synonym sõnale «вабадус» on... С чем сравнима свобода? Воли, я. С чем сравнима свобода? Она свобода с вольным полетом птицы, например, да? Вот птица вольна в своем полете. No, eesti keeles on natukene raske, seal on enam-vähem, aga ütleme, vaba lend, eks ole. Вольный ветер, например, да? Vaba tuul. Вольный свободный ветер. Или мы говорим, вышел на волю. Mm-hmm. Человек освободился из тюрьмы, он вышел на волю. Inimene sai vangist lahti ja läks siis... Вабадус. Вольная волюшка. Итак, мы останавливаемся на слове воля. Скажите, а какая бывает воля? Свободная, свободная, добрая, злая, еще какая? Безответная. Воля... Безответственная. Нет. Слабая и сильная. Вот мы так подходим постепенно к тому, что воля бывает добрая и злая, слабая и сильная. Воля бывает слабая и сильная. А теперь, дорогие подростки, скажите мне, пожалуйста, а какой человек более свободен? Тот, у которого сильная воля, или тот, у которого слабая воля? Kes on rohkem vaba, kas see, kellel on tugev tahe või nõrk tahe? Но это не сразу догадываются, потому что... Неужели у которого слабая? Нет, конечно, конечно. Тот, у которого слабая воля, он все время будет подчиняться другому. Он все время будет идти на поводу у более сильного. Он все время будет подавляться тем, кто сильнее его. И поэтому, конечно, человек с сильной волей, он совершенно, он свободный человек, он сильный человек. У того, у которого то сильная воля, он свободнее. Et see inimene, kellel on tugevam tahe, ta on ka vabam. Ну вот, а теперь о сильной воле поговорим. А nüüd räägime sellest tugevast tahtest. Для того, чтобы все-таки понять, что такое свобода, надо понять то, что все-таки мы ей не обладаем.
Selleks, et rääkida vabadusest, peame siiski andma endale aru, et meil ei ole vabadust. Именно об этом говорит апостол Павел, когда цитату, которую я привел. Хочу сделать одно, но делаю другое. То есть у меня есть желание, есть воля сделать что-то, а не получается. То есть свобода не работает. Sellest just räägibki апостол Паулус, kui ta ütleb, et tahet mul on, aga head ma ei tee, et inimeses ei tööta see vabadus. Значит, vaba tahe. Одной из целей человеческой жизни может быть освобождение, быть свободным, стать свободным, вырваться на свободу. Üks inimelu eesmärke võibki olla vabaks saamine, vabadusse välja murdmine. Ну вот, например, Эдмон Дантес. Näiteks Эдмон Дантес. Узник замка Иф, граф де Монте-Кристо. Граф де Монте-Кристо peategelane. Как он положил основанием выйти на свободу? Он 17 лет в каменном мешке, шаг за шагом, потихонечку, выскребывал себе пространство, через которое он мог бы выйти на свободу. Ta oli 17 aastat ju kivitornis, noh, vangikongis ja kõik need aastad ta kaevas endale seda läbipääsu vabadusse. И вот эта воля к свободе, это одно из таких, это то, что можно воспитать. Ja see vabaduse tahe ongi üks neid asju, mida saab kasvatada. Потому что сильная воля воспитывается. Sest tugevat tahet saab kasvatada. Ну вот представьте себе ситуацию, которая всем известна. Ну, кто музыке учился, поднимите руку. Kes on õppinud muusikat? Да. Ну, вспомним свое несчастное детство. Meenutage oma õnnetud lapsepõlve. Вот. Все нормальные, свободные дети. Kõik normaalsed, vabad lapsed. На улице. Они играют, они веселятся. Вот. А какой-нибудь бедненький мальчик или бедненькая девочка, прикованная к скрипке или к фортепиано. Она ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты и так далее. И часами вот прикованный ребенок к инструменту, а свобода окажется вот там вот. Ja see lapsukene on siis tundide kaupa aheldatud selle instrumenti kõrvale ja näeb ainult seda vabadust aknast. A потом он вырастает этот ребенок. Aga siis saab ta suureks. Берет в руки инструмент. Võtab selle instrumenti kätte. И так свободно, так легко, так удивительно красиво и прекрасно начинает играть. Ja nii vabalt, kergelt ja kaunilt hakkab mängima. Что все замирают. Et kõik lause tarduvad. Вот свобода. Ja see ongi vabadus. Вот она таким образом воспитывает. Et see vabadus kasvatatigi sel kombel. Таким трудом идет в человеке. Sellise tööga oli saavutatud. И вот интересно, что оказывается именно совесть является для человека тем самым, что воспитывает свободу. Ja just südame tunnistus ongi see vahend, mille abiga kasvatada То есть поступить по совести сложно. Но это именно то, когда человек в малом оказывается верен. Südame tunnistuse järgi toimida on väga raske, aga see on just see moment, kus inimene on väikeses asjas jääb ustavaks. Когда он каждый день прилагает маленькое усилие, kui ta iga побеждая себя. Teeb väikese jõupingutuse ja võidab ise ennast. И в конечном итоге у него тоже вырабатывается навык. Ja lõptulemusena tekib tal ka harjumus. Только другой навык, да, навык добра, навык вот этого движение по совести. Это очень сложный, тяжелый момент, но потому что поступить по совести, кажется, это как раз не свобода. Это значит, надо что-то с собой сделать, потому что это большой труд. Это надо себя победить, себя преодолеть. И кажется, что легче не преодолевать. Tulebki välja, et südametunnistuse kasvatamine, see ei ole nagu vabadus, vaid see ongi kogu aeg enese sundimine. Iga päev millestki ennast sundimine. Но свобода приобретается только так. Aga и нет иного пути освободиться от себя самого, от своих искажений, от своего бессилия, от этого вот кусочка кривого зеркала в своем сердце, как только пути идти путем совести, идти путем преодоления себя. Ja ei ole võimalik sellest jäätükist iseendas vabaneda muud moodi kui ainult kui toimida südametunnistuse järgi. Так, посмотрим, сколько у нас времени. Я так... Следим. Сколько... 25 минут. А могу я еще одну тему, да, взять? И вот, ну, давайте с вами тогда подойдем к еще одной теме, которая касается всего этого. Страх.
Võtame nüüd näiteks hirmu teema. А можно чем-то стереть? Потому что страх действительно лишает человека свободы. Страх парализует человеческую волю. Sest hirm tõepoolest jätab inimese ilma vabadusest, sest ta halvab inimese tahte. Итак, чего боится человек? Mida kardab inimene? Смерть. Хорошо. Ну, пока мы подростки, да? Вспомним, да? Подростки пока смерти не боятся. Ага, сурма teismelised esialgu ei karda. Что мама наругает? Вы не поняты своими сверстниками. Наказание. Так. Пусть мы как-то не популярны. Ну, попроще будем, а? Выступить перед классом. Осуждить. И в какие-то все... Какие-то неправильные вообще. Давайте попроще. Так, а куда я делал мел маленький? Вы не такими, как все. Ой. Вы уж прям такие рефлексирующие такие все подростки. Уж такие все прям абсолютно все в себе. Нет, давайте мы будем простыми, маленькими подростками. Чего боится человек? Наказание. Темноты. Темноты, конечно. Карта пиметус. Еще. Учительница. Учительницу. Ну, не всегда учительницу боится человек. Боли боится. Боли боится человек. Валу картат. Еще? Мнение других звучало. Я говорю, что рефлексировать пока рано. Давайте сначала начнем с простого. Наказание. Высоты боится? Ну, люди боятся высоты? Конечно. Чего? Воды. Ну, воды. Это все из-за... Крыс боится человек? Боится, пауков, да. Крыс и всяких... Амплики, ротики. Животных таких, да? Страшных животных. Хирм садлома. Крови боится? Да, боится. Все боятся крови. Верит. Ну, в том числе боли, да? Ну, мы можем продолжать вот эту вот простую линию страха, да? Потому что это какой страх? Мы можем jätkata seda lihtsat hirmu rida. Естественный, да? Совершенно верно. Это естественный страх. И за этим естественным страхом, конечно же, стоит страх смерти. Ja see nende loomulike hirmude taga seisab üks suur hirm, see on surmahirm. Конечно, потому что все эти индикаторы страха, они в конечном итоге приводят... К смерти, потому что они являются некими такими индикаторами смерти. Боль, темнота, страшные животные, кровь там, и так далее и тому подобное, это то, что является опасностью. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, это какой страх, хороший или плохой? Это как он хеа хирм бы... А вот он может быть и таким, и таким. Это может быть не и действительно, не хеа, как халп, это хирм. Он... Может быть действительно хорошим, потому что может человека сохранять от опасности. Да? See võib olla hea, sest ta võib inimest hoida ohu eest. Человек будет опасаться опасных мест, не будет перебегать, если он не специально перед идущим транспортом, не будет заглядывать вниз с высоты 20 этажа и так далее и тому подобное. Он будет хранить человека. Но этот же самый страх может стать страхом плохим, потому что человека можно напугать. See sama hirm võib saada aga ka halvaks, sest inimest võib läbi selle kaudu võib hirmutada. И использовать его этот страх. Ja kasutada seda tema hirmu. Против человека, то есть начать манипулировать человеком этим страхом. Inimese vastu, nii et hakata teda seda hirmu kaudu manipuleerima. Человек может испугаться чего-то и, например, предать. Inimene võib millestki kohkuda ja kedagi reeta selle tõttu. Совершить греховный поступок. Ja sooritada siis mõne patu teo. Ну, а теперь ко второму, к вашему любимому теперь страху. Итак, чего это еще боится нахер. Человек? Рефлексируйте. Вот смерти мы сказали. Нет, смерти мы уже все, с этим мы закончили. С этой первой категорией страха мы закончили. Быть непринятым. Быть непринятым, угу. Отлично. Olla mitte tunnustatud. Потерять любовь. Наказание. Тым.
Быть непринятым, но это потерять любовь, быть непринятым, это примерно... Проиграть. Проиграть, хорошо. Каута, да, я? Еще. Наказание. Наказание. Здесь по-разному можно относиться к наказанию. Користуйся, вы имеете. Потому что можно бояться наказания как физического наказания, тогда это будет... Здесь, это, понимаете? Кто именно, вы теизменно карта фюзилист користус, здесь лапсис я изменился. А можно бояться наказания как общественного порицания? А кавыб ка куи ühiskondliku halvakspanu seda mõista. Это будет немножко другой страх, правда? Siis on see juba mingi natukene teine hirm. Быть не таким, как все. Хорошо, ну быть непринятым, ну давайте мы еще раз запишем. Быть не таким. Erineda teistest. Так. Оказаться таким, как все. А? Да-да-да. Или быть как все, да. Вы выступили. Или быть как все, хорошо. А, кто-то говорил до этого, да, страх чужого мнения. Осуждение. Страх чужого мнения, страх осуждения. Хука мысту. Хирм, тесте иными старвам сейс. Мнение. Так, ну давайте мы еще какую-нибудь категорию страха, совсем не похожую на этого. Потом мы еще одну категорию, которая не является этой категорией. Утраты чего? Утраты? Смерть родителей. Страх за близкого человека, да? Но это уже другая категория страха. Хирм лähedase inimese kaotuse ees. Страх, может быть, да, страх причинить кому-то боль. Хирм põhjustada kellelegi valu. Ну, solvata näiteks. Хирм tundmatuse ees läheb sinna esimesse kategooriasse. Страх неизвестности от первых. Не состояться. Это суда. Проиграть. Примерно так. Ну, еще сюда вот некоторые совсем такие продвинутые подростки, они говорят, страх согрешить. Такой у них, у некоторых такой бывает. Мõned teismelised ütlevad ka, et hirm patustada, et on ka niisugusi olemas. Страх согрешить. И вот смотрите. Теперь я вам расскажу маленькую историю. Ведь мою тушь там делила вайкеса ло. Однажды я был приглашен освещать дом. Ükskord mind kutsuti ühte maja pühitsema. К одному человеку, который, ну, практически не церковный был человек, так едва-едва верующий. Ühe inimese juurde, kes ei olnud kiriklik ja niimoodi vaevu-vaevu nagu usklik. Ну, он человек очень добрый, хороший, сердечный, сам воспитывает своего сына без матери. Väga selline hea südamlik, tore inimene, kes ise kasvatab oma poega ilma emata, ilma, noh, naiseta. И он, когда мы с ним уже пили чай, мне рассказывал историю, потому что у него дом находится в лесу, и там недалеко конюшни, где они берут лошадей, чтобы кататься с сыном. Ja ta jutustas siis ühe loos, nad elavad kusagil seal metsa sees ja seal lähedal on hobuse tall, kus nad saavad siis hobuseid, et nad pojaga siis käivad ratsutamas. И вот однажды он рассказывает, они вернулись в конюшню, поставили лошадей в стойло. И оказалось так, что вольера с собаками не заперта. Ükskord nad tulid siis ratsutamas tagasi, läksid talli, panid juba hobused kohale ja siis tuli, noh, kogemata juhtus nii, et koera aed jäi lahti, ei olnud kinni. No, aga tam sterežõvõi sabaki, kafkaski avčarki. Seal on kaukaase lambakoerad, need on need valvekoerad olid seal selles aias. Ja see aed oli lahti. Ja одна sabaka, огромный, bросилась на его сына. Ja üks tohutu suur koer hüppas tema pojale kallale. И он говорит, я так испугался, я так испугался, что с диким криком бросился на эту собаку. Ja siis see isa ütles, et ma kohkusin niimoodi ära, et ma hirmsa kisaga tormasin sellele koerale kallale. И он говорит, что собака
поджала хвост и просто рванула от меня со страха. Koer tõmbas saba jalge vahele ja lausa kihutas sealt minema suurest hirmust selle isa ees. Можно себе представить вот этот вот этого человека, который с криком, сором бросается на эту собаку, чтобы кавказская овчарка испугалась это. Вы пентале это какой-то миссия была. Во что надо было превратить? Какой-то страх. Milline hirm see pidi olema, kui see hirmutas isegi kaukaasia lampakoerast, valvekoera. Страх любви. See on armastuse hirm. Страх любви. Понимаете? Удивительный страх любви, который в этот момент совершил такое чудо. Человек абсолютно перестал помнить о себе. See imeline armastuse hirm, mis panigi toime selle ime, et inimene unustas ise ennast täielikult ära sellel hetkel. То есть он совершенно не помнил о том, что ему надо бояться боли, крови, страшных животных, то, что может причинить ему смерть. В этот момент üldse... его перестало существовать, его не было. Это та peab kartma verd, valu ja surma ja seda hirmu lihtsalt ei olnud, seda loomulikku hirmu. Это то, о чем говорит Иоанн Богослов. See on see, millest evangelist Johannes räägib. Что любовь вон изгоняет всякий страх. Et armastus kihutab igasuguse hirmu välja. А вот этот страх, он совсем другой. Et see teine hirmuliik on hoopis midagi muud. Это страх, когда ты все время думаешь о себе. See on siis, kui sa kogu aeg mõtled ise endast. В основе этого страха лежит постоянное самовнимание. Selle hirmu aluseks on pidev tähelepanu enese vastu. Ну или нарциссизм, как вот мы уже привыкли к этому термину в течение наших лекций. Я все время думаю о себе. Kogu aeg mõtlen ainult ise endast. А как я? Et kuidas ma olen? А что со мной будет? Mis minust saab? Я не хочу быть таким, как все. Ma ei taha olla selline, kui Или teised. Наоборот, я не хочу не быть таким, как все. Või vastupidi, ma ei taha erineda teistest. А что обо мне думают другие? Aga mida minust teised arvavad? Я все время живу вот под страшным прессом вот этого страха. Ja ma elan kogu aeg selle hirmsa, selle hirmu rõhumise all. Что этот страх делает со мной? Mis see hirm minuga teeb? Он мне не дает быть самим собой. Ta ei anna, ei lase mul olla mina ise. Потому что я все время смотрю, как на меня смотрят другие. Sest ma vaatan kogu aeg ümberringi, kuidas teised mind näevad minule. И все время ориентируюсь на чужое мнение. Ja kogu aeg ma orienteerun nagu teiste arvamuse. И все время думаю, как бы мне в глазах других людей. Ja kogu aeg mõtlen, et kuidas ma välja paistan teiste inimeste silmis. Казаться таким, таким, таким или таким. Tundun siis niisuguse või naasugusena. Дорогие подростки. Kallid teismelised. Надо ли сильному человеку казаться сильным? Kas tugev inimene peab välja nägema tugev? Надо? Сильному человеку надо казаться сильным? А умному человеку надо казаться умным? А kas tark inimene peab välja nägema tark? А красивому человеку надо казаться красивым? Või ilus inimene peab paistma ilus? Ну, если каждый из нас старается казаться умным, значит, он кто? Kui ka üks meist püüab välja näha tark, kes ta siis on? А если мы стараемся казаться сильными, значит, мы кто? Või kui me püüame näha välja tugevad, kes me siis oleme? Страшно, неприятно. Неприятно это осознавать. Не хочется с этим встречаться. Ja ei taha sellega kohtuda. Но если мы этого не сделаем, aga kui me seda ei tee, у нас не так много вариантов. Meil polegi eriti variante. Что надо сделать низкому человеку, чтобы казаться высоким? Mida peab tegema lühikest kasvu inimene, et vähe välja näha pikem? Кого-то забраться. Других сделать ниже себя, понимаете? Унизить других. Что и делается. Ja mida tehaksegi. То есть, когда мы кого-то унижаем, kui me kedagi alandame, это знак того, что мы маленькие. See on selle märk, et me oleme ise väiksed. И стараемся изо всех сил показаться высокими. Ja püüame kogu hingest что välja näha suuremat. Что надо сделать слабому человеку, чтобы доказать свою силу? Mida peab nõrk inimene tegema, et tõestada oma jõudu? Да, надо обидеть слабого. On, võib solvata teisi nõrgemaid või nõrku. Что надо сделать глупому человеку, чтобы на фоне других показаться умным. Mida peab tegema? Обесценить. Rumal inimene teiste все обесценить. Сделать это
нулем. Высмеять ум, высмеять красоту, высмеять добродетель, высмеять чистоту, все что угодно. Kõik välja naerda ja noh, põrmuks teha, ei millekski panna. Вот какая история. Сказка прекрасная существует про волшебника изумрудного города. On olemas selline muinasjutt smaragdlinna võlurist. Помните трех персонажей этой сказки? Mäletate sealt kolme tegelast? Там есть железный дровосек. Нет сердца. Пурайдор, что ли, рауаст. Есть страшила, у которого нет ума. Siis oli Erne Irmutis, kellel ei ole mõistust. И есть трусливый лев. Ja arglõvi. И вот сказка тем хороша, что она показывает, что пока эти люди, пока эти персонажи сказочные, не люди, а сказочные персонажи, не признались, себе в том числе, сами для себя не признали, что у одного нет сердца, у другого нет ума, а третий трус. Et seni, kuni need tegelased ei olnud endale ise aru andnud, et ühele ei ole südant, teisele ei ole mõistust ja kolmas on argpüks. Они не смогли по-настоящему стать ни добрыми, ни умными, ни смелыми. Ei saanud nad tõeliselt olla ei head, ei targad ega julged. И только вот эта победа человека над этим страхом. Ja ainult inimese võit selle hirmu üle. Дала возможность вдруг приобрести то, чего у него нет. Andis võimaluse leida seda, mida tal ei olnud seni. Ибо если я хочу казаться умным, но не хочу согласиться своей глупостью, я никогда умным не стану. Sest kui ma tahan näida targem, tark ja ei nõustu oma rumalusega, siis ma ei saa mitte kunagi targaks. Если я хочу казаться высоким, но я по сути своей низменный, низкий, гадкий человек, и если я этого в себе не признаю, я никогда не достигну высоких чувств, высоких состояний, высоких мыслей. Et kui ma tegelikult olen väike, armetu, väiklane inimene, aga tahan näida suur, siis kuni ma seda endale ei tunnista, ma ei saa mitte kunagi nagu suureks. И вот главное, оказывается, для человека победить вот этот страх. Kõige tähtsam inimese jaoks on selle hirmu võitmine. Потому что если человек этот страх не победит, он все время будет побеждаться вот этим страхом. Hirm teiste inimeste arvamuse ees. Потому что когда случится какая-нибудь опасная ситуация, ну, например, идет юноша с девушкой. Näiteks kui mingi ohtlik olukord, et näiteks läheb noormese neiu. Ja neile vastu tuleb huligaan. Который, ну, представляет опасность. Kes kujutab endast ohtu nende jaoks. Человек, у которого есть вот этот страх. Понятно, как поступит, да? Inimene, kellel on hirm patustada, on selge, mis moodi tema siis toimib selles olukorras. А вот этот человек будет думать, а как же я? А see, kes kardab teiste arvamust, mõtleb kohe, et aga kuidas siis mina? Он сразу подумает о себе, в первую очередь только о себе. Esimesena mõtleb endast, ise endast. А что со мной будет? Kuidas ma... А не причинят ли мне вреда? Mis minust saab, kas mulle ei tehta halba ja valu? Он станет предателем. Ja temast saabki reetur. Понять это для подростка – это одно из самых главных. Потому что подростковый период очень сложный, в том смысле, что дети всегда хотят выглядеть лучше, чем они есть. Они хотят завоевать симпатию своих сверстников любыми способами. See mõiste on teismeliste jaoks ülioluline, sest nad tahavad alati välja näha paremad ja oma eakaaslaste silmis just eriti. И ребенку очень тяжело дается победа над собой. Ja lapsel on üli raske ise ennast võita, seda hirmu teiste arvamuse ees. Но эта победа может произойти только тогда, когда человек не испугается прежде всего быть самим собой, признать самого себя. Потому что это начало пути любого христианина. Ja see võit tuleb ainult siis, kui inimene ei karda olla tema ise. Et see on ainus tee, kuidas see hirm nagu võita. Ну и уже после того, как мы поговорили об этом страхе, уже можно тогда с детьми, с подростками говорить о том, что такое страх Божий. Ja kui me oleme nüüd sellest teisest hirmust juba rääkinud, siis me võime juba teismelistega kõneleda ka sellest, mis on Jumal. Ну, на этом я закончу, и мы тогда можем перейти к вопросам. У нас есть примерно 20-25 минут вопросов.
продолжить насчет страха Божьего. Это, вы знаете, тогда еще мне надо вот, еще только об этом говорить еще минут 40. Пожалуйста. Я. И вы сказали, что самое трудное – это победить страхи, ну, связанные с этим самомнением. Что есть в подростке то, что его поддерживает в этой борьбе? Ну, во-первых, в этой борьбе его должны поддерживать родители, прежде всего. Eelkõige vanemad peavad teda toetama selles võitluses. А это значит, что родители не должны ставить перед своим ребенком амбициозных личностных целей. See tähendab, et vanemad ei pea oma lapse ette püstitama isiklikke ambitsioonikaid sellised eesmärke. Потому что этот страх возникает у ребенка часто из-за того, что родители хотят видеть своего ребенка другим, не таким, как он есть на самом деле. See hirm tekibki just sellest, et vanemad tahavad oma last näha teistsugusena, mitte sellisena, nagu ta tegelikult on. И они очень негодуют, расстраиваются, раздражаются, когда ребенок не соответствует их ожиданиям. Ja nad lähevad väga endast välja ja kurvastavad ja pahandavad, kui laps ei vasta nende ootustele. Это одна из причин, когда родители и подростки перестают друг друга понимать. See ongi üks põhjusi, kui vanemad ja laps lakkavad teineteist mõistmast. И вот родительское тщеславие, родительская гордыня, родительское желание тоже выглядеть в глазах других родителей со своим ребенком не так, как есть на самом деле, оно не позволяет потом самому ребенку от этого избавиться. Ja see vanemate auahnus ja see soov ka teiste vanemate ees oma lapsega näha nagu parem välja, siis kutsubki esile selle hirmu, nagu teiste arvamuses. Поэтому первое, lapses. Кто могут и должны помогать своему ребенку в этом, это его родители, которые должны ребенка поддержать в его ошибках, которые могут быть ему помощниками и не расстраиваться, и не расстраивать его, если у него что-то не получается. Нет, esimene, mida vanemad saavad teha, on toetada oma last ka tema vigades, tema eksimustes, et nad ise ei kurvasta selle üle ja ei sisenda lapsele ka hirmu. Nagu. Как быть вот в такой сложной ситуации, когда для подростков притягательным становится проявление злой сильной воли? И доброта принимается ими за слабость, и как бы вот образцом становятся дети, которые лидируют и которые воспитывают в себе злую волю. Et kuidas olla sellisel juhul, kui lapse jaoks saab nagu eeskujuks just see halb tahe, kellegi teise halb tahe ja nad teevad valiku nagu selle tahte kasuks. А чтобы ответить на этот вопрос, я тогда немножко продолжу эту тему, потому что эта тема, которая касается страха Божия, конечно, она касается еще двух таких понятий: мужество и бесстрашие. See puudutab veel kahte sellist mõistet nagu mehisus ja kartmatus. И вот мне кажется, что хотя эти два слова являются синонимами, ja kuigi mulle tundub, et need kaks sõna on nagu synonymid, их следует совершенным образом разделить. Et neid siiski tuleks nagu lahus hoida. А Водорофей говорит, что страх Божий изгоняется из человека дерзостью. Aba Toroteus ütleb, et Jumala kartus aetakse inimesest välja ninakusega. Ninakus aeb välja Jumala kartuse. Вот дерзость и есть бесстрашие. Ninakus ongi see kartmatus. А в чем состоит бесстрашие? Milles seisneb kartmatus? Мы видим много примеров бесстрашия среди подростков, среди молодых. Me näeme noorte hulgas väga palju neid kartmatuse näiteid. Это увлечение экстремальными видами спорта, всевозможными вещами, связанными с опасностью, якобы с победой над вот этим страхом. See on igasugune huvi ekstreemspordi vastu ja nende asjade ületamine, mis siin esimeses tulbas on. Вот, очень многие подростки любят рисковать. Väga paljud teismelised armastavad riskida. Им кажется, что они тем самым побеждают страх. Nad arvavad, et nad sellega nad võidavadki hirmu. Что они побеждают? Mida nad tegelikult võidavad? Или не побеждают? В чем основа бесстрашия?
Зачем они это делают? Mis on selle kartmatuse alused? Miks nad seda tegelikult teevad? Именно, дорогие подростки, сами подростки это, оказывается, могут определить. Сами подростки видят в этом проявление, вот прежде всего, вот этого страха. А как на меня смотрят другие? А как я всем другим доказываю, что я не такой, как все? И бесстрашие, оно нуждается в чем? Картматус нуаб мида? В публике. Нуаб пеалт ватает. Конечно. Бесстрашие, оно не может проявляться в тишине, оно не может проявляться вот в тайне. Või saladuses. А что такое мужество? Aga mis on mehisus? Чем мужество отличается от бесстрашия? Millest ta mille poolest erineb? Потому что мужественный человек, он сначала боится. Mehine inimene alguses kardab. А потом он совершает победу. Ja siis ta saab võitu, sooritab sel, või saab võitu. И вот здесь очень важно вот это понять, что мужественный человек, он боится. Et siin on väga tähtis mõista, et mehine inimene kardab. У преподобного Макария Великого есть такие слова. Страх слезы рождают страх, а страх рождает мужество. Макарius Suurele on sellised sõnad, et pisarad sünnitavad hirmu, конечно, aga hirm sünnitab mehisust. Преподобный Макарий имеет в виду, что покаянные слезы рождают в тебе страх Божий. Макарius peab silmas, et patukahetsus pisarad sünnitavad Jumala kartust. А страх Божий рождает в себе мужество борьбы с грехом. Aga Jumala kartus äratab mehisust võidelda patuga. Но также происходит в принципе. Aga nii toimub ka igal muul. Законы антропологии, они одинаковые, они всегда действуют одинаково и в духовной жизни, и в жизни человека. Страх рождает мужество. Антропологиас on kõik nagu üks ja see seadus kehtib igal pool, et hirm sünnitab mehisuse. И вот тот человек, который совершил признание, кто он такой? Он совершил очень мужественный поступок. Ja see inimene, kes ise enda jaoks lahendas küsimuse, kes ma niisugune olen, ta sooritas väga mehise teo. Он признал свой страх. Ta tunnistas oma hirmu. И теперь у него есть возможность победы. Ja nüüd on tal võimalus võita. И вот только так, мне кажется, вот можно это понять и говорить с подростками, чтобы им было понятно, что такое мужество, что такое бесстрашие. Ainult nii võib viia. Тяга к бесстрашию идет отсюда. Но мужество таинственно. Твои мужественные поступки никто не видит, кроме Бога. Ты стремишься скрывать мужественные поступки от других. Ja neid mehiseid tegusid püütakse teiste eest varjata, see näeb ainult Jumal. Это настоящий героизм. Et see on tõeline kangelaslikkus. Потому что мужественный человек, например, он не пойдет за толпой. Sest mehine inimene ei lähe rahva hulga järgi. Он не подчинится чужому мнению. Ta ei alluta ennast võõrale arvamusele. Он будет самим собой. Ta jääb ise enda. То есть достигнет самого главного, чего должен достигнуть человек. И вот мне кажется, это очень важно, чтобы подростку было объяснено и понятно, что быть самим собой – это огромное достоинство. Et seda peab eelkõige teismelistele selgeks tegema, et ise endaks jäämine on tohutu väärtus. No оно достигается мужеством. Aga see, seda saab saavutada ainult mehisusega. Так же, конечно. Kuidas rääkida tüdrukutele sellest, et samamoodi? Мужество не гендерный символ. Не гендерное понятие. Не гендерное понятие. Мехисус võib ka тетерластеле. Ну, сильный дух, да. Но это в русском языке мужество, да. Там по-французски будет кураже или там кураджо по-итальянски. Девочка может быть мужественнее мальчика. Конечно. Оставаясь женственной. Дети до подросткового возраста для них авторитет родителей. Они все время очень ориентируются на мнение родителей. Да, именно так. А когда переходят в школу, они вот это вот общественное мнение, и нам приходится постоянно бороться, вот все время перевесить куда-то. И вот как сохранить этот баланс и максимальное доверие вот с этими детьми? Я не знаю, как. Стараться. Я не знаю, как. Скажите, а вы вчера сказали, что у ребенка
не должно быть проблем. То есть родители должны сделать... Ну, в принципе, да, есть нормальная ситуация, когда у ребенка, маленького человечка, проблем личностных нет. Потому что он не думает о том, как его, где достать еду, во что одеться, понимаете, как быть веселым, как получить радость и так далее. Это все забота родителей. А когда тогда этот момент, когда ребенок должен учиться? Когда он взрослеет. Когда он способен принимать свои собственные решения в подростковый период. Вот, конечно. У ребенка нет проблем. В том числе проблемы даже межличностных отношений ребенка. Поссорился он в песочнице, да, там отнял у кого-то игрушку. Все равно решают родители, понимаете? Они учат детей решать эти проблемы. Дети не способны сами без родителей даже помириться друг с другом. Et lastel ei ole probleeme, et nad ise isegi liivakasti tülisid ei lahenda, et see on nagu vanemate probleem, et nendel ei pea olema. Родители ребенку помогают решать все его проблемы. Et vanemad aitavad lapsel kõiki nende probleeme lahendada. Родители уже не могут этого делать. Aga mingil hetkel vanemad enam ei suuda. Отношения подростков уже другие отношения. Juba teismeeas tulevad teised suhted. Он не показывает родителям, в которые он не вводит родителям. Sest nad ei pühenda vanemad nendesse. Для подростка это позорно. Быть маленьким. Sest teismelisele on häbi olla väike. Как донести вот до родителей, до себя, в первую очередь, потому что начиная с родителей, до ребенка, что Бог есть свобода? Сначала, чтобы объяснить ребенку, должен сам родитель понять, что это такое. Ну, вообще-то, конечно, обычно родители делятся своим опытом. Как это донести? Потому что, а сказать, перевести, ну, допустим, вот я сегодня слышала такие умные слова, прийти сказать эти слова, а вот смотрите, а вот смотрите. Куда с ванемат или сета от сельгости от Юмала он вопадус? Если вы с ребенком читаете Библию, да? Вот, когда вы говорите о образе и подобии Божьем, да? А вот в этом смысле человек может через себя это понять, да, потому что вот свобода, если она во мне есть, то она не сама по себе, ну, скажем, в животном нет свободы, в животном есть инстинкты. Если животное бежит там направо или налево, или там кушает там один вид пищи или другой, это не является проявлением свободы. Et loomadel ei ole vabadust, et neid ei juhi. Это поведенческие вещи. See on käitumuslik asi. А если я свободен, если я понимаю и чувствую свою собственную свободу, и понимаю проблему своей собственной свободы, мучаюсь этой проблемой, то значит, эта проблема откуда-то во мне есть. Если она во мне есть, значит, она оттуда ко мне пришла. Kui ma tunnen seda probleemi, see probleem piinab mind ja ma olen kogu aeg hädas temaga, siis järelikult see on kusagilt mulle antud, see on ülevalt. Если я имею возможность творить, kui mul on võime luua, siis see ei ole ka mitte juhuslik. Потому что у животного мира нет такой возможности творить. Sest loomade maailmas ei ole võimet luua. Значит, это дар, который мне дал Бог. Järelikult see on anne, mida Jumal on mulle kinkinud. Значит, прежде всего, это есть у него. Järelikult on see eelkõige temal olemas. Если я могу любить, kui ma võin armastada, могу переживать, могу радоваться, рõõmustada, то это... Только у меня, у человека есть. Siis on see just minul inimesel. У животного нет личностной любви. Loomadel ei ole isiklikku armastust. Животные не любят своих детей. Они о них забывают через какое-то время. Loomad ei, no, unustavad oma lapsed teatud ajad pärast. Именно потому, что человек обладает способностью любить и способен передать эту способность через нее животному, которое ему подчинено. Ja see tõttu võib näiteks loom võib armastada inimest, sellepärast, et just inimesel on olemas see armastuse ainult ja ta annab selle loomale edasi. Не могут животные приручить другого животного. Sest loomad ei saa ju kodustada näiteks teist looma. Но человек может приручить. Aga inimene võib kodustada. И тогда у животного появляется вот эта вот антропоморфность определенная. Siis loomal ilmub ka see antropomorfne olek nagu mingil hetkel. И животное становится верным человеку. Ja loom on inimesele truu. Но животное животному не может быть верным. Aga loom loomale ei saa olla truu. И это проявление того, что в человеке есть от Бога. Ja see on selle väljendus, et mis inimeses on Jumalast. И вот в таких вещах можно объяснить, кто твой Бог. Если ты маленький, способен на хорошее и большое, то Бог безмерен. В своей любви и доброте. Ja seda siis saabki lapsele selgitada, et kui tema väikene olend on võimeline vot sellisteks tegudeks, tunneteks, siis järelikult on keegi, kellel on see mõõtmatult suurem.
ja kes on talle andnud need omadused. Но далее, когда мы говорим о свободе, мы можем ребенку объяснить, насколько эта свобода в Боге сопряжена с любовью. Et me võime edasi lapsele seletada, et kuidas see armastus on seotud Jumalas vabadusega. Потому что любовь без свободы невозможна. Sest armastus ilma vabaduseta ei ole võimalik. Свобода является основой для любви. Ja vabadus on armastuse alus. И мы тогда видим в тех же самых библейских текстах первых, насколько Бог любит человека. Me näeme nendes piibli tekstides ka, kuidas Jumal armastab inimest. Потому что у ребенка возникает вопрос, как же так? Вот Адам согрешил, Ева согрешил. Почему Бог не вмешался? Почему он им позволил? Почему из-за того, что Бог ничего не сделал, мир превратился вот в такое? Et lapses võib tekida küsimus, et noh, et kui Adam patustas, Eva patustas, et miks Jumal ei seganud ennast vahele, ei takistanud seda? И здесь, конечно, когда мы читаем третью главу книги «Бытия», «Грех, падение», здесь прекрасная возможность говорить с ребенком о свободе. Et see Moosese esimese raamatu kolmanda peatüki lugemine ongi suurepärane võimalus rääkida lapsega vabadusest. Ну, это как раз у нас есть еще тема с детьми, как раз когда мы говорим о добре и зле. Et see on see teema, mis on seotud selle hea ja kurja tundmise teemaga. Это еще целый, наверное, был бы час. Я бы еще час об этом говорил, потому что это тоже очень важная, интересная тема. Объяснить ребенку, что Бог не есть источник зла. Et see on väga tähtis teema. Что зло в мире не является производной Бога. Seleta lapsele, et kurjus ei lähtu Jumalast ja Jumal ei ole maailmas kurjuse allikas. А зло есть проявление отверженной неправильной свободы. Vaid kurjus on... Halvasti mõistetud, valesti mõistetud vabaduse ilming. Так вот, ребенку надо просто понять вместе с ним, что все, что происходит в раю, соблазнение Евы и потом Адама, происходит в присутствии Бога. Лапс on lihtsalt mõistma, et see kõik, mis seal paradisis toimus Adama ja Eevaga, et see kõik toimus Jumala juuresolekul. Потому что для того, чтобы дать возможность человеку научиться свободе, see, et anda inimesele võimalus õppida vabadust, Бог ограничивает пространство своей собственной свободы. Selleks Jumal piirab oma enda vabaduse ruumi. Он не заходит за предел человеческой свободы. Ta ei astu sellest inimese vabaduse joonest üle. Он очень уважает человеческую свободу, несмотря ни на что. Ta austab, несмотря на грех, несмотря на ошибку. Kõigele vaatamata seda inimese vabadust teha patu ja astuda üle seadusest. Вот мы с вами все знаем, да, что Бог вездесущий. Me teame teiega, et Jumal on kõikjal olev. Мы все очень хорошо сейчас чувствуем его присутствие. Me tunneme väga hästi tema kohalolu praegu. Да или нет? Я нет. Нет. Вот 5 минут назад я этот вопрос не задавал, а было ровно то же. Я не помнил о нем ни слова. Ничего не помнил о его присутствии здесь. Я об этом даже не задумывался. Но он же здесь. Ma ei mõelnud sellele, aga ta on ikkagi siin ju. Но настолько тактично не мешает нам разговаривать о нем. Et niivõrd taktitundeliselt ei sega meil temast rääkida. И это всегда так в жизни. Elus on alati nii. И вот вдруг после грехопадения тот, на глазах которого все это происходило, говорит: «Адам, где ты?» Ja korraga peale seda patulangemist see, kelle silme all see kõik toimus, ütleb: Адам, kus sa oled? А он что, не знает? Kas ta siis ei tea seda? А зачем он это говорит? Miks ta seda küsib? Он вызывает к себе на разговор того, кто от него прячется. Ta kutsub Адамат nagu endaga rääkima seda, kes on ennast juba ära peitnud. Я услышал тебя, ходящего в раю, говорит Адам, и убоялся, потому что я наг. Ja Adam ütleb, et ma kuulsin sind ja kartsin, sest ma olen alasti. А дальше обратите внимание, как библейский текст, которому там много-много-много десятков тысяч лет, хранит эту родительскую интонацию. Et kuulake, kuidas selles on selline lapsevanema intonatsioon selles tekstis. Уж не ел ли ты плода от древа, которую я запретил тебе есть? Kas sa pole mitte võtnud seda vilja puust, millest ma keelasin sul süüa? Приходят родители домой, да? Vanemad tulevad koju. А ребенок чего-то так не хочет выходить к ним навстречу. А лапс ei taha neile vastu joosta. Папа так заходит, так сказать, пальто одевает, смотрит там, у него бумажник, да, в бумажнике не хватает 100 евро. И он говорит:
Ты не брал случайно? Ты не знаешь, куда подевались 100 евро, которые были у меня в кошельке? Иса vaatab, et ei ole raha, и у ребенка две возможности. Et kas sa ei tea, mis sellest rahast sai, et потому mis что katus? В нем все кипит, и он хочет броситься навстречу папе, сказать, папа, прости меня, это я их взял. Lapses keeb, kõik ta tahab nagu isa juurde joosta, ütle, isa andestan, сказать, mina võtsin. Я вообще тут ни при чем, не знаю, что там у тебя, я вообще не знаю, там что там висит у тебя, понимаете? Вот это та же самая история. Et see on see sama lugu. Он тянет его к себе, свободы не нарушает, но пытается вернуть его к себе. Jumal tahab пытается вот свободно его к себе вернуть. Enda juurde vabalt tagasi tuua. Я же тебе подсказываю, я же все равно знаю, ta nagu что ütleb, это, ты не бойся. Ette. Скажи мне. Et ära karda, ainult ütle. Жена, которую ты мне дал. Ja, aga Adam ütleb, et see oli naine, mina ei puutu üldse sinna asjasse. Почему? Змей соблазнил меня, я тут ни при чем. Ева Элле найдет маму пяла. Вот оно пошло, понимаете, действие в человеке греха, действие в человеке вот этого того, когда человек отказывается от совести, когда совесть вдруг глохнет в человеке, когда вдруг... Kui inimene juba läheb oma südametunnistuse vastu, kui see lämmatab selle juba ära. No, пока еще не было никакого опыта богооставленности, естественно. Я просто хочу, я не об этом же говорю сейчас, понимаете, не этот момент я разбираю момент свободы. В которой находится человек и в которой находится Бог. Это он свободный момент, милый, что он нормальный, милый, что он нормальный. Речь о том, что вот эта область человеческого выбора, область человеческой свободы, область принятия решений, Бог не переступает таким образом, что ты наделал, сейчас тебе по рукам надаю. Целесте иными свободу, все вальку на стойле я сту. Быть самим собой, даже в этом. Таласа пиним сел олла. Но при этом все равно не остается равнодушным. Kui ta ei jää selle suhtes ükskõikseks. Потому что его свобода, она может быть только в призыве. Его свобода может быть только в любви. Его свобода может быть только вот я стою у двери и стучу. Vabadus võib olla ainult armastus, ainult kutses, ainult selles, et koputatakse ukse peale. Почти родитель себя, по идее, в идеале должен вести так же. Умно он должен себя вести. Хорошо, спасибо. Про послушание. Это очень хороший вопрос. Я как раз вчера хотел об этом говорить, но не успел. И вот как раз у меня есть 5 минут, чтобы сказать, что такое послушание. Мы часто воспринимаем слово послушание как подчинение младшего старшему. Сына kuuletumine nagu слабого, сильному. Vanema allumine, või tähendab noorema allumine vanemale, nõrgale, начальнику tugevale, подчиненного. Alama allumine ülemusele. В слове послушание все-таки корень такой слух, слышание. Kuuletumise sõnas on tähtis see sõna juur, see kuul, kuulmine. Скажите, пожалуйста, вот кто кому, вот, может вам покажется странным этот вопрос, кто кому должен проявлять послушание? Дети родителям или родители детям? Kes peab kellele kuuletama? Vanemad lastele või lapsed vanematele? Так вот ведь мне не разделились. То дети родителям, то родители и детям. Итак, кто, как, кому, у кого должен быть послушание? Дети у родителей кажутся очевидным, да? Et lapsed kuuletavad vanematele, see on silmanähtav. Но по-настоящему бывает все ровно наоборот. Aga tegelikult on kõik hoopis vastupidi. Рождается ребенок. Laps sünnib. Младенец. Кто у кого послушает? Kes teda? Мама у ребенка. Ага, siis on ema kuuletub juba lapsele. Стоит ребенку пикнуть, все бегут к нему. Проснулся ночью, все берут его на руки. Все в постоянном послушании этому ребенку. Kõik kuuletuvad sellele lapsele. И вот это проходит довольно долгий период, причем должен продолжаться все время. Ja nii, период, väga pika когда aega. Родители вслушиваются в своего ребенка, kui lapsed kuulatavad kogu oma last, время, хотят услышать и увидеть, кто он мой ребенок. Et nad tahavad kuulda, kes see on see minu laps. Что Бог о нем думает? Mis Jumal, mis plaan Jumala temaga on? Что я должен сделать для реализации того, что Бог думает о моем ребенке? Mida ma pean selle plaani realiseerimiseks tegema? Mitte mida, mina tahan temast, vaid kes tema on? И вот это вслушивание в своего ребенка, слышание того, что происходит в его сердце. Ja see oma lapse kuulatamine. В его чувствах. Дает потом возможность ребенку быть совершенно послушным своим родителям. Annabki lapsele võimaluse pärast olla täiesti kuulekas oma vanematele.
Ну, потому что оно идет от Бога. Кто у кого в послушании, дорогие мои? Мы у Бога или Он у нас? Kes kuuletub kellele, kas Jumal meile või meie Jumalale? Он нас все время слушает. А мы его не всегда. Tema kuuleb kogu aeg meid, aga meie mitte alati. Он нас слышит хорошо, а мы его плохо. Tema kuuleb meid hästi, aga meie teda halvasti. Мы говорим, подай Господи, он. Помоги Господи, пожалуйста. Alati идем на исповедь. Ta annab seda. Lähen pihile. Он слушает нас, прощает нас, понимаете? Ta kuuleb meid ja andestab meile. Вот приходим в храм, молимся ему, он слышит нас. Мы хотим, чтобы он выполнял наши пожелания. Он прежде всего находится в послушании у нас. И потом только мы стараемся это делать. Потому что первичное послушание, оно таково. Если его не будет, вот этого первичного послушания, не будет никакого, а будет только подчинение, будет ломка, будет желание властвовать, контролировать. Siis see on ainult soov kedagi alla suruda või võimutseda kellegi üle. Доктор у больного или больной у доктора? Kas arst on haige kuuletuja või haige arsti üle? Ну сначала ведь доктор у больного. Он говорит, разденьтесь. Берет фонендоскоп, говорит, дышите. Не дышите. Внимательно слушает, что в человеке происходит. Выписывает рецепт. И только тогда нормальный больной становится в послушании у доктора, выполняя его предписание. Кто у кого в послушании? Духовник у своего духовного чада? Или наоборот? Kas vaimulik on oma vaimuliku lapse kuuletuja või vastupidi? Ну сначала же духовник. Alguses ikkagi vaimulik. И пока духовник не выслушает все до конца. Kui vaimulik ei kuule kõike lõpuni. Пока он не поймет, кто перед ним стоит. Kui ta ei mõista, kes tema ees seisab. Пока он глубоко-глубоко не узнает человека, kui ta väga sügavalt нормального ему не скажет. Он все время будет ошибаться. Ei mõista seda inimest, siis ta midagi normaalselt talle ütleb. И только после того, когда духовник вот таков, ja kui alles siis, kui see vaimulik isa on selliseks saanud, можно его слушаться. Siis võib talle ka kuuletuda. Вот что о послушании можно сказать. На этом, наверное, время кончилось. Спасибо вам. Две темы из того, о чем мы говорили, они перекликаются с теми книгами отца Алексея, которые сейчас внизу. Про папу, мне кажется, вчера все кончились. Да. Сегодня отец Алексей, у меня один вопрос. Да, конечно. Простите. Но я никак не могу себе представить, что молодой человек способен действительно увидеть себя таким, как он есть. Но он не способен. Это процесс всей нашей жизни. Конечно, он не способен. Он не способен, потому что на это не способен. Но если я ему об этом не расскажу, если я его не поставлю в известность об этом, если он не, хотя бы с самим собой не встретится хоть на 5 минут, у него вообще ничего не получится. Но эта встреча, это уже длинный процесс. Это да, но вообще педагогика, это очень длинный процесс. Это процесс только сеяния, понимаете? А это не сбор урожая. Сбор урожая к педагогу отношения не имеет. То есть он должен принять это как проблему? О, да, да. Только даем такие вот интенции ребенку. Мы только начинаем с ним разговор, конечно. Потому что мы едва ли встречаем. Нет, если вы думаете о том, что то, что я вам сказал, есть панацея, и вы если сейчас примете все и начнете, у вас там через 2 года дети будут там такими, знаете, сказать, сасксы. Нет, конечно, такого не будет никогда. Вот. Но разговор об этом, если мы хотим все-таки о чем-то с нашими детьми говорить всерьез, может быть примерно таким, приблизительно, в том числе и таким. Да, спасибо. Спасибо.